Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях священник Михаил Проходцев, магистр богословия и клирик храма Святой Равноапостольной Нины. Храм находится в Полежаевском парке. Здравствуйте, дорогой отец Михаил. Здравствуйте, дорогой Глеб Борисович. Здравствуйте, дорогие телезрители. Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи – как и почему происходит расцерковление? Если эта тема вас волнует и у вас есть вопросы, то, пожалуйста, вы можете звонить к нам в Санкт-Петербург. Код города 812, телефон 677-62-44. Будем очень рады вашему участию в жизни нашей передачи. Дорогой отец Михаил, тема волнующая, потому что тут есть такой очень интересный момент. Я читал свидетельства людей, которые разочаровались. И вот здесь вот есть такой очень тонкий момент, в котором возникает вопрос о том, кто виноват. Церковь в том, что она не сумела, как бы сказать, помочь человеку в его проблемах, или это проблемы уходящего человека, тот, который оставляет церковь. Но как происходит расцерковление, мы только в очень серьезном размышлении можем в честном, в трезвом отношении к вере, к себе и к своей жизни признаться, что мы потеряли веру. Или, может быть, мы никогда ее не имели и не приобретали никогда. Потому что почему мы будем сейчас об этом говорить? Либо бывает так, что об этом не говорили тоже. Прям я знаю людей, которые об этом говорили, что часто бывает, грубо говоря, осуждение в нашей церкви происходит таким образом. Бабушка какая-нибудь делает такое замечание, что хочется уйти и, в общем, больше не приходить. В общем, здесь очень много проблем. Но расцерковление и разочарование в данном вопросе могут быть и как-то слова-синонимы, вот как это ни парадоксально звучит. Вы сталкивались вообще с людьми, которые потеряли вот этот вот огонечек? Да, сталкивался. И продолжаю сталкиваться. Таких людей, которые потеряли огонечек, на самом деле очень много. Но всегда важно понять, мне всегда важно понять как священнику две вещи. Первое – мотив, по которому человек оказался в церкви, то есть стал частью, частью причастником тела Христова, частью вот этого собрания верных, главой которых является Господь наш Иисус Христос. Это первое. И, конечно, причины того, почему человек начал остывать. Вот. Зачастую, да, это происходит, на моей памяти, по крайней мере, после периода так называемого неофитства, да, то есть когда человек пришел в церковь, он горит, стал членом церкви, да, то есть он крестился, вот, он начал жить жизнью церкви, начал жить во Христе, делать первые свои шаги во Христе, и действительно вот это горение, этот полет, как бы, его все отмечают, да, что он есть, я как на крыльях летал и так далее, а потом это вот как-то прекратилось. Есть такое, вот церковные публицисты, наши современные, да, даже обозначили период, в который происходит вот это вот некоторое, может произойти, то есть вот это охлаждение, да, и что с этим делать? Это 10 лет. Конечно, чаще, иногда это происходит чаще, но не позже, чем через 10 лет человек, пришедший в церковь, у него случаются первые кризисы.
кризисы, когда он вдруг оказывается чем-то недоволен или не понимает что-то настолько, ну, например, ему кажется, что Бог замолчал и не собеседует с ним больше, то есть не отвечает на его молитвы. Или все ему приелось, все не так, там, недовольство священником на приходе, или священниками в целом, там, или там, священноначалием, да, недовольство чем-то еще, тем, что кто-то может говорить, что вот церковь, там, она, там, там, предположим, не участвует в политической деятельности, да, активно, поэтому как бы, я не буду с церковью, но буду в политической деятельности, есть и такие люди. И масса-масса других вопросов. То есть ну, возникают такие, может быть, соблазны, на которые человек раньше не обращал внимания, закрывал глаза, говорил, что это для него там не проблема вообще. Потом, может быть, ну, мне так кажется, да, Господь просто дает такую фору человеку, да, чтобы он набрал скорость, но потом, чтобы сделать успешного атлета из того, кто вот захотел упражняться в духовности для того, чтобы стать причастником Царства Христова, да, вот Царства Божьего нам дает Господь эту возможность. Но там уже очень нужно много сил приложить самостоятельно. То есть сначала дается возможность как бы от Господа такого, такой мотивации, да, такой радости, все, но потом, памятуя об этой радости, обо всех тех дарах, которые дал Господь на этом пути, нужно включать собственные ресурсы для того, чтобы идти вперед. Далеко не все к этому готовы, далеко не все это понимают, далеко не каждый это хочет делать или может сделать. Иногда даже не может человек совершить это усилие. И происходят сходы с дистанции. И вот мы видим, что так называемое небывалое церковное возрождение 90-х, да, сегодня приводит к тому, что, во-первых, дети тех, кто воцерковился в 90-е, в большинстве своем вне церкви. Во-вторых, очень много разочарованных людей вот из как раз тех, кто вот в это время, да, воцерковлялся, из священников там, и мирян. Значит, что-то, какой-то кризис не удалось преодолеть. Значит, где-то человек споткнулся, и, конечно, в этот момент, если священник видит сие происходящее, да, очень важно помолиться с человеком, который вот находится в процессе ухода, да, из церкви, выхода из церкви, пообщаться с ним, понять его мотивы, причины и постараться утешить его и мотивировать тем, что Господь никуда не ушел от него, Господь по-прежнему рядом с ним, и Господь по-прежнему желает для этого человека по-настоящему одного – спасения. Как и раньше. Давайте мы примем телефонный звонок, и потом у меня тоже будет вопрос на эту тему. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Здравствуйте, я Маша, я звоню из города Невинномысска. Мы слушаем вас. У меня такой вот вопрос. Какая есть вообще молитва, чтобы папа, например, не пил? Есть вообще такая? Маша, спасибо за вопрос. Спасибо, Мария. Ну, в первую очередь, конечно же, в первую очередь я скажу так, что есть наша искренняя, горячая и настоящая молитва, которая может быть какой угодно, но посыл у нее может быть вот один, чтобы папа не пил. То есть мы обращаемся к Господи. Господь в этот момент обращает к нам свой слух, да, и мы говорим ему все, что мы хотим ему сказать, как если бы мы говорили с дорогим нашему сердцу человеком, потому что Господь называет нас своими друзьями, Господь призывает нас быть его учениками, да, и Господь обещает нам в нашем общении те блага, которых мы даже себе представить не можем, да? Того глаз не видел и ухо не слышало, что приготовил Господь любящим и его. Поэтому в первую очередь, Мария, молитесь, как захотите и как можете, но своим словом. Это первое. Во-вторых, конечно, есть молитвословие, молитвы за
ближних за своих, да, ежедневные, об их здравии, да, а быть, ну, трезвым – это именно быть здоровым. То есть, когда человек привязан вот, к какой-то страсти, это все равно в любом случае болезнь или то, что может вызвать болезнь, да, поэтому мы молимся о здравии. Ну и, конечно, можно молиться перед чтимыми иконами, которые, вот, которые… Ну, считаются, что вот если человек обращается перед образом там, Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша», да, то он молится о, как раз есть и молитвы специальные, да, вот именно обращенные к Пресвятой Деве, стоя перед этим образом, об исцелении от пьянства своего дорогого человека. Есть даже и молебен, чин молебна в требнике, да, то есть можно попросить священника, чтобы он совершил, где есть особые молитвы о том, что мы просим: «Господи, защити, огради, помилуй человека такого, вот, чтобы он не приобщался больше этой страсти». Да? Ну и, конечно, вот в первую очередь это наши собственные искренние слова, горячие Господу. Да, ну это, конечно, проблема жесточайшая. И, кстати, ведь очень говорящая еще и о том, что наш уход от Господа часто бывает именно по страстям, по нашим страстям. И мы страсти выбираем вместо, ставим, замещаем ими Господа. И если только мы сумеем вернуться на пути поиска и разговора с Господом, тогда и пьянство исчезает. Так вот, вопрос здесь еще возникает такой. Разочарование происходит по, как нам кажется, может быть объективным причинам. Ну, известный случай, когда один очень такой известный священник, он оставил свои обеты, потому что он полюбил. И тут очень, ну, были очень серьезные разговоры на эту тему. Но вот полюбил человек. Вот неужели любовь может человека, что называется, отвратить от церкви? Ну, если это действительно любовь, Бог есть любовь, то, конечно, настоящая любовь не отвращает от Бога, наоборот, дает возможность быть с Ним. Да? Я не берусь судить поступки священников, да, которые, например, так поступают. Ну, я так понимаю, что это был либо целибат, да, либо монах, предположим. Дело в том, что все равно, даже если этот человек, этот священник, да, ну, если вот он женился, он уже не может священствовать. То есть факт того, что он оставил монашеские обеты, да, факт того, что он вступил на новую дорогу своей жизни, этот факт фактически, ну, и лишает его сана. Не какие-то бумаги, расписки, да, он сам своим действием себя оставил без священства, без этой благодати, которая ему была дана. Но никто не может его вот за это действие, да, его можно запретить в служении и извергнуть из сана, но из церкви его никто не выгонит. То есть он может остаться мирянином, да, может быть, он даже там что-то осознает впоследствии, да, ну там, или не знаю, или не осознает, в чем-то покается или не покается, но, по крайней мере, в церкви, как член Церкви Христовой, он сможет остаться. Хуже, когда происходит такое, что человек вроде как полюбил, но он оставил, ну, не только все, что ему было доверено Богом и церкви, да, сан, служение, свою паству и свой приход, но еще и Христа. То есть он просто выбрал что-то другое вместо Христа. Тогда это уже отречение, это уже печально. Но Бог, если дней жизни дает, да, то каждый день как дар, и каждый день это возможность вернуться в отчий дом. Еще один такой пример, который наверняка сейчас, наверное, наши телезрители могут вспомнить своих людей, которые также по этой же причине оставили церковь. Один человек, который
имеет религиозное образование, который серьезно в течение всей своей жизни занимался серьезными проблемами и преподавал, он сказал о том, что он сам не приходил в церковь, его привели. И вот этот вот момент меня сразу, вот сразу, что называется, как-то очень задел. Потому что ведь действительно многих из нас, мы не сами, ну, я в данном случае, вот я-то как раз сам, но было вот так, что приводили людей в церковь. И вот здесь вот сложность вопроса в том, что а ведь мы же приходим к Господу, то есть как бы нас приводят к Господу, и мы не понимаем, что с нами произошло, но тем не менее, нас же не может, нельзя раскрестить. Мы же не можем, то есть мы уже крещены, мы уже не можем не быть некрещенными. Нам не будут сушить волосы, как делают атеисты в одной церкви, в английской. Что в этом случае делать? Вот когда человек говорит о том, что не я сам пришел, а меня привели, и этим самым оправдывает то, что я не выбирал христианскую церковь, и в результате не я виноват в том, что я ушел из церкви. Недавно было такое видео в интернете на одной службе в одной из западных церквей. Человек без маски оказался на службе. Священник ему сделал замечание. Он пошел в алтарь выяснять отношения со священником, и прихожане собрались и выкинули его на улицу из храма. Ну, просто вот вышвырнули его. Можно, в принципе, поступить так, но, конечно, это ни к чему. Не приведет ни к чему хорошему, да, потому что церковь – это дом Божий, да, и, во-первых, если человека привели к Богу, даже если его привели, то это уже для него благо, это раз. К Богу или в церковь? К Богу. Потому что церковь – это синоним прихода к Богу. Господь создал церковь не для того, чтобы она существовала автономно от него. Если церковь существует автономно от Бога, то это не церковь. Это какая-то организация, которая в конце концов будет сама собой, ну, сама себя уничтожит. Церковь – это тело Христово, и церковь – это собрание верующих вокруг Христа. Любая другая цель, преследуемая в церкви, это нехорошо. Хорошо только, если человек пришел в церковь для того, чтобы общаться с Богом. Чтобы общаться с Богом и, ну, общаться с теми, кто в Боге, да? Видеть тех, кто в Боге. А кто в Боге? Святые. Вот я прихожу в храм, да, вы приходите в храм, каждый из нас заходит в храм, и что он видит в первую очередь? Например, в храме никого нет. Свечница в уголочке где-то, и нас окружает тишина и святость. То есть мы видим все лики святых, да, там, например, здесь у нас там преподобные, здесь у нас апостолы, здесь у нас святители. Вот мы вошли в собрание святых уже, мы уже стоим окруженные ими, и вот церковь Божия уже готова нас принять. Если человек, да, что-то пошевелилось в нем, и он услышал призыв Господа в своем сердце, то если он еще не крещен, то следующий шаг – это крещение, и потом жизнь во Христе, ну, полноценная, да. Если же он, например, вообще забыл и вспомнил, что когда-то был крещен, тоже что-то может пошевелиться в его сердце. Но вот это очень важные процессы, которые... Вот пребывание в собрании, да, которые могут даже того, кто решил, что вот меня привели, вдруг в какой-то момент умилить сердце, растопить там, не знаю, лед или разбить камень, которым оно обросло по той или иной причине, да, и дать возможность как бы обновить свои отношения с Богом. Мне кажется, что если человек говорит, меня привели, я как бы я ухожу, то нужно отпустить просто его, и все. Мы же, в конце концов, не насильники какие-нибудь, да. Если Господь нам рассказывает притчу о блудном сыне, да, мы узнаем, что, ну,
он потребовал часть имения своего. И отец, это же оскорбление было, какое отцу нанесено. То есть он живой и здоровый, и тут и к нему как будто он умер. Требует с него, а давай-ка мне вот это вот, и я пошел. Да, но мы видим, что он все-таки возвращается. Да. Блуждать в стране далече, да, но у всех есть шанс вернуться, и это очень хорошо. Сразу такой вопрос, касающийся, ну, святых, опять-таки, всех святых в земле Санкт-Петербургской, прозяжих в том числе. Вспоминаем время перед революцией, когда Церковь Божия вдруг наполнилась людьми, которые вдруг перестали ходить в церковь и, наоборот, стали ее разрушать. Раз. Второй вопрос, когда, знаете, это было известно, когда, по-моему, в 16 году было отменено обязательное причастие военнослужащих. И военнослужащие превратили храмы полковые в места, в которых они просто спали и справляли нужду. Люди, которые вот вчера еще ходили в церковь, причащались. Вдруг резко. Более того, мы можем вспомнить, даже мы можем вспомнить время, когда ковид и люди перестали ходить в церковь, даже после того, как вдруг разрешили опять заново приходы не просто наполовину, но, если так серьезно говорить, так больше половины людей перестало ходить в церковь. Я в данном случае задаю вопрос о расцерковлении, почему в данном случае, почему 17-й год, почему вот опять-таки 2019 год, вот почему такое происходит и может быть, это испытание, может быть, все, может быть, просто, знаете, все замечательное, возглас у нас вернее, помолимся. Вот, может быть, я не знаю, что вот здесь происходит. Ответьте мне, пожалуйста, на это. Мне кажется, что вот нужно в такие моменты заглянуть каждому внутрь себя и задать себе вопрос. А вот на что я готов, да, чтобы пребывать в церкви, даже когда у меня, например, такой нет видимой возможности? Или... А на что я готов, если, например, мне придется защищать церковь, да? Или на что я был бы готов, если бы мне сказали, что ты там в церковь больше никогда не попадешь? Ну вот, представьте себе, говорят, а вот вы знаете, такой у нас локдаун, не неделю, а навсегда. Навсегда. И церкви закрываются. Что мы будем делать? Я не знаю. Будем вот. Собираться и молиться. Будем в катакомбах, не знаю, собираться и молиться, да, как ранние христиане. Но даже вот та возможность, которая была у людей во время предыдущего локдауна, когда все сидели по домам, быть причастными литургии хотя бы, пусть даже телевизионно, я потом скажу еще об этом опыте, это все равно возможность оставаться homo liturgicus'ом, человеком литургическим, что для нас крайне важно. Перестанем быть человеками литургическими, людьми литургическими, себя потеряем, а это будет для нас очень плохо. У нас есть телефонный звонок, давайте мы примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Я Андрей Назаров, звоню из Фрязино, Фрязино, Московская область. У меня такой вопрос, батюшки. А скажите, пожалуйста, мне, вот старообрядцы, так называемые, они... Они что? Они старообрядцы, они расцерковленные люди, да? Спасибо, Андрей, за вопрос. Спасибо. Старообрядцы – это сегодня понятие очень, на самом деле, такое широкое. Да? Там есть очень много разных
течений. Есть, например, беспоповцы, те, кто молится в собрании общины, потому что, ну, считается, что священники уже не нужны, да. Есть и те, кто служит так довольно традиционно. Это тоже христиане, да, но, естественно, мы с вами знаем из истории, что к этому привела там книжная справа, там непонимание и так далее. Вот. Это наши братья во Христе, но мы с ними не имеем евхаристического общения. Вот я так скажу. Есть еще такой вопрос. У меня есть друг, с которым мы буквально вчера обсуждали вот вопрос расцерковления и говорили о том, что вот огонечек и так далее. И он говорит, что вот, знаешь, я вот не могу сказать, что во мне вот есть этот огонечек, но я умом понимаю, просто умом понимаю, что я без церкви не могу. Мне нужно молиться, мне нужно быть на литургии, мне это нужно. Но, говорит, вот у меня вот этого самого огонечка нет. И в данном случае у меня вот возникает вопрос, потому что мы, может быть, иногда как раз и переходим из момента вот этого детского горения какого-то такого в понимание уже такое умное понимание вот этого самого. Мы становимся хомолитургикус уже по-другому. Возможно ли такое? И вот этот путь разума, он хуже, я не знаю, там как бы он обречен на какое-то неправильное, что ли, бытие в церкви, или это правильно? И причем, более того, это один из тех умных путей, который может быть и спасителен для тех людей, кто думает, что потерял огонечек. Для мужчин – да. Этот путь спасителен, действительно. Но не надо только меня обвинять в сексизме, да, просто это больше мужская такая тема, размышление такое, как бы усиленное над тем, а кто я в церкви сегодня, что для меня церковь, в каких я отношениях со Христом и так далее, да. Ну, женщине больше свойственно восприятие эмоциональное, чувственное, да. То есть умиление такое перед образом, да, Пресвятой Богородицы, там, Господа, святых. Такая вот радость или наоборот, там покаянные слезы, да. Я наблюдаю в храме, вот в нашем, да, как у нас народ переживает литургию. Вот я не знаю, как переживают люди внутренне ее, но я вижу, что мужчины ее переживают там так довольно сосредоточенно. Я не могу сказать, что у нас угрюмые мужчины в приходе, да, но иной раз стоит человек с угрюмым даже лицом. Я понимаю, что он, возможно, всеми силами сейчас старается сосредоточиться на том, чтобы именно переживать литургию, а не какие-то свои там удачи и неудачи за прошедшую неделю, да, которую он прожил хорошо там или не очень. Вот. Женщина, да, там другая, может быть, совсем на лице ситуация, да, эмоция, да, восприятие. Но важно то, что и путь сердца, и путь разума, и вот совместно путь сердца и разума, если они ведут ко Христу, если они помогают нам оставаться в Боге, то это правильно. Кто-то через книги, да, вот я знаю, есть люди книжные, читают, постигают, соотносят. У меня был такой однокурсник, он реально, как бы, у него просто голова готова была лопнуть от наших религиозных философов, и он все какие-то вещи не мог никак сопоставить, и он умом вот пытался это все понять. Он днями думал, ходил, молчал, бывает, несколько дней. Вот. Но он стал хорошим диаконом. Вопрос еще один, касающийся нашей, ну, такой повседневности. Литургия, наверное, ну, было бы счастье, если бы мы могли
быть все, и пребывать все время с, с Господом, с Богом, в общении с Ним, и было бы вообще просто так всегда хорошо, и мы бы тогда вообще, наверное, никогда бы не уходили из храма. Но в нашей жизни огромную часть занимает быт. Если вспомнить Маяковского, он говорил в его стихотворении, «Любовная лодка разбилась о быт». А быт разбивается у нас очень много, и в том числе наших помыслов, молитвенного предстояния и так далее. Быт, быт, быт. И вот в этом и вопрос следующий. Нас может заесть этот быт, дом, заботы вот эти о сиюминутном. И, соответственно, может быть, нам имеет смысл поменьше думать о доме, о близких и о зарабатывании денег на то, чтобы прокормить семью, а больше заниматься церковью. Ну, тогда бы Господь нам сказал, 7 дней молись, а один день работай. На самом деле, Он мудр, премудр, наш Господь. Он с самого начала сотворения мира все по местам расставил для нас. Пожалуйста, есть у нас для быта, для нашей суеты достаточно времени. То есть имеется в виду, что не нужно унывать по этому поводу, что у меня мало времени на Дом Божий, и у меня 6 дней, получается, заботы. Ни в коем разе. Хуже, когда человек, как сказать, ну, как бы бездельничает, пребывая в церкви, и там, ну, такое бывает тоже, такие mm-hmm. случаи, а дома у него совершеннейший кавардак, вот, и он говорит, я забочусь сейчас больше mm-hmm. о духовном. Преступление. Святитель Иоанн Златоуст осуждает таких людей. Идите и сделайте сначала дома у себя, ну, наставляет их, вернее, так скажем, вразумляет. Идите, наведите порядок в своей комнате, а в дом приходите, как бы, будем с вами общаться. Хорошо, мне есть кому сказать, преподать ваши слова. У нас есть телефонный звонок, добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните? Вот у нас в поселке 15 лет назад, ну, 15-17 лет открылась церковь. И мы с сестрой со своей ходили в эту церковь постоянно. И батюшка у нас был такой, мы любили его очень. А потом, как бы, у нас поменяли батюшку. И пришел молодой батюшка, и вот на исповеди однажды он с ней грубо очень разговаривал. И она после этого перестала ходить в церковь. Вот я ее убеждаю по-всякому, что нельзя не ходить в церковь, что Господу Богу ходим, не батюшки. Но вот она вроде дома молится, там говорит, и утренние, и вечерние правила читает. И Господу обращается, когда ей тяжело. А в церковь не ходит. Как бы мне ее убедить, чтобы вот она поменяла свое мнение? Спасибо большое, батюшка, и вам. Спасибо. Такое бывает, к сожалению. Я могу сказать, что в нашем приходе у нас есть прихожане, которые, например, могут подойти ко мне и просто поговорить со мной, сказать, что вы знаете, вот ваши слова, они, например, меня задели там, да, или они показались мне странными. Можно с вами вот по этому поводу побеседовать? Я считаю, это очень хорошо. Вот. Не носить в себе это все, да, и мучиться, а вот, ну, прийти с сестрой в храм, встретиться с батюшкой, сесть с ним и очень полюбовно, не знаю, может быть, за чашечкой чая обсудить эту ситуацию. И я уверен, что батюшка, вот когда узнает, что он сказал что-то, может быть, не заметил даже, да, а это прозвучало грубо, конечно, ну, может попросить прощения и сказать, что давайте жить дружно, ребята. Вот, ну, просто уверен в этом. Просто у нас зачастую проблемы возникают и в семьях, и в храме, и там в коллективах в наших, там, на работе, да, из-за того, что люди не хотят друг с другом разговаривать. Ну, вот я был как-то в таком интересном месте, православном лагере, да, детском, был там вожатым, и там был час искренности.
раз в неделю, в пятницу, один час времени, все могли друг другу сказать все, что они друг о друге думают. Это потрясающе. Это просто решало очень много проблем. Правда. Это очень серьезное орудие для нашего доброго отношения друг к другу. Искренность. Дай Бог. Да, ну и потом, конечно, вот очень хорошо здесь прозвучало по поводу того, что мы приходим к Богу, а не к священнику. Но в данном случае еще ко всему, у нас ведь вот задета еще одна очень важная такая проблема. Наше собственное представление о священниках. Потому что священник должен быть, ну, просто как бы от слова «свят». Он должен быть не иначе как. Он не может не заниматься какими-то другими делами. Но вот в этом случае... И возникает такой как бы вопрос. Мы начинаем ходить по храмам и искать своего, что называется, батюшку. Мы начинаем искать свой храм и так далее. Насколько это позволяет нам сохранить веру, или мы становимся, в общем, как бы такими туристами? Да все может быть. Да реально бывает просто невозможно находиться человеку вот вместе. Ну, его там все может раздражать, правда. Вот, ну, может раздражать. Я молодой священник, да, тоже вот я служу там, по-моему, всего 3 года. Но я предполагаю, да, что вполне возможно просто мое восприятие жизни, предположим, да, там, или мой аккаунт в социальных сетях, или моя проповедь, да, которую я во имя Отца и Сына и Святого Духа обращаюсь к приходу, они вполне возможно могут кому-то не нравиться. Они могут не нравиться, например, предположим, большинству прихожан. Такое тоже может быть, да? Потому что они привыкли слушать то, что говорит, предположим, другой священник, да, настоятель. Я считаю, это абсолютно нормальная ситуация. В других приходах может быть там 50 на 50, в других там один священник, и там с других мест идут, чтобы с ним пообщаться, значит, получить его наставление там духовное, послушать, да, его. Кто-то едет через весь город в храм, да, кто-то, значит, ходит рядом с домом, кто-то вообще там считает, что нужно только ездить очень далеко. Мне кажется, вот эта вот возможность тоже свободно выбирать свою общину, она хорошая. Но главное, чтобы человек ее нашел. Мне кажется, так. Потому что очень важно вот это переживание общины. Правда. Когда есть просто вот приход, когда люди собрались, пришли и ушли, это нет ощущения, нет переживания общности, которое так важно во Христе. Да? Оно нужно обязательно. То есть, поэтому я желаю всем найти свою общину. Вам не нравится в вашем приходе рядом с домом, идите в другой. Ничего страшного, спокойнее будете. Перестанете осуждать батюшку постоянно, перестанете там еще что-то, а в другом храме через дорогу будет вам радостно и хорошо. Вот. И вас там хорошо встретят и так далее. Может быть так, а может быть не так. Но тем не менее, вот мое пожелание всем желаю и отцам, и народу Божьему, да, и клирикам, и лаикам, чтобы всем было просто хорошо во Христе Иисусе. А для этого, конечно, нужно найти свое место. Еще один последний вопрос, наверное, ну, как пойдет. У нас бывает так, что мы по инерции ходим в церковь, и вот ходим, и вдруг, ну, через какой-то там момент мы не видим, что мы на самом деле умерли. Вот каким образом в себе понять, что я потерял веру? Ну, когда, может быть, уже не хочется общаться с Творцом. Ну, я вот прихожу, я вот общаюсь с прихожанами, вот, ну, все хорошо, я там свечами занимаюсь, там еще что-нибудь. И вот вообще просто все вот отлично. Это уже такой мой дом. Но как узнать, что на самом-то деле я уже, может быть, что-то в литургии я пропускаю или что-то вот.
Что? Как я могу узнать? Наверное, когда возможно, да, я могу только предположить, поскольку очень сложно, да, там, и даже не хочется себя ставить на место человека, который потерял веру, потому что мне не хочется терять веру, да, и я никому этого не желаю. Но вот когда исчезает это желание общаться, не с прихожанами, то с ними можно общаться, там, опять же, как вы говорите, по инерции, да, или просто действительно из искреннего интереса. Но когда остается один какой-то алгоритм такой церковного человека, поставил свечу, пришел, ушел, там, исповедался, причастился, да, бывает и такое. Но пропало всякое желание общения. Может быть, даже этого общения уже нет. Просто нет. И не хочется. Тогда, наверное, если пропало общение с тем, в кого ты веришь и кого ты считал, может быть, когда-нибудь, да, считал все-таки источником своего бытия, источником всего бытия и Творцом, Богом, Спасителем, своим лучшим другом и спутником, и тем, кто тебе обещал небесное царство, не стремишься больше в это царство и не хочешь общаться с тем, кто тебе это царство обещал, то, наверное, это как раз и есть состояние потери веры. Оно может быть временное, а может быть как бы и даже долговременное, а может быть и постоянное. Такое, ну, нет, причем я вот знаю, например, что да, я хороший человек, я, в общем, не грешу, я не чикатило, я точно пойду в рай, и все нормально, и все хорошо, и меня Господь спасет. Исповедовал одного дядечку, да. Спросил, ну, в чем хотите покаяться, на что он выпалил. Мне очень понравилось, я запомнил. Чист! Вот так. Мы с ним поговорили, конечно, потом все, но первая реакция вот такая. Чист. Да, чист. Это хорошо. Дорогой отец, вот знаете, ну, совсем мало времени остается. Подводя итоги, вот... И что бы вы сказали человеку, который начал сомневаться? Я бы предложил продолжить общение и продолжить путь. Даже когда непонятно, куда идти, нам сказал Господь, куда идти. Он сказал, где есть истина, где есть путь и где есть жизнь. В нем. Поэтому если... очень трудно делать эти шаги, то, конечно, мне кажется, что в первую очередь нужно как-то поговорить, сказать, знаешь, Господи, а мне так трудно идти за Тобой. Может быть, сказать, мне не хочется больше идти за Тобой. Что мне делать? И подождать ответа от Господа. Я уверен, что Он не оставит своих верных. Потому что и сомневающихся он тоже очень любит, как и всех людей. Отец, благословите наших телезрителей. Благослови нас, милосердный Бог. Спаси Христос за интересное общение. Отец Михаил Проходцев был сегодня в нашем эфире. Спасибо вам большое, дорогие наши телезрители, за ваши звонки, за ваше участие в жизни нашего телеканала, за ваше милосердие и за то, что вы не оставляете нас без вашего попечения. Спасибо вам, спасибо вас, Господи, и до следующих встреч. Оставайтесь на Первопрославном.